В разгар зимних каникул 6 января прошли рождественские веселые старты. В них приняли участие юные баскетболисты команды «Динамо Росэнергоатом», а также их родители. Местом проведения соревнований, как всегда, стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Десна». По регламенту состязаний участники разделились на две команды – дети и родители. Далее игроки проходили ряд специальных состязаний. Все они, конечно, шуточные и несложные, однако накал страстей порой достигал высокого градуса. Стоит отметить, что несмотря на праздники, все участники были в отличной физической форме. Теплую семейную обстановку поддержала и решение судей в конце игры. Победила дружба. Соревнования прошли в хорошей дружественной атмосфере и веселой. Я думаю, всем понравилось провести время так во время праздников. Мы сегодня с родителями играли в эстафету, мне очень понравилось. Мне очень понравилось, потому что они организовывают это мероприятие, это уже приятно. И с родителями весело, потому что они тоже нас поддерживают, с нами играют. Домой участники унесли не только хорошее настроение, но и памятные подарки от организаторов. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.